Площадь Советов перекрыта. Здесь начались масштабные ремонтные работы. Для димитровградцев они долгожданные. Площадь не ремонтировали десятилетиями. Да, огромное спасибо. Давно надо было делать уже. Ездить просто невозможно было здесь. Еще бы ту большую крайнюю дорогу сделали. Вообще обещают. Было идеально. Обещают. Обещают. Хорошо, будем ждать. Ждать осталось недолго. Срок окончания всех дорожных работ – 31 августа. И хотя работают одновременно во многих районах города, с ремонтом главной площади Димитровграда тянуть не стали. Приступили к фрезерованию изношенного слоя дорожного покрытия на площади Советов. Подрядная организация «Ульяновск-Транстрой», которая уже не первый год занимается ремонтом дорог в нашем городе. Всего площадь ремонта составляет 15 тысяч квадратных метров. Это от улицы Куйбышева до здания администрации и территория вокруг здания администрации, подъездные пути. Кроме того, дорожники планируют отремонтировать прилегающую улицу Комсомольскую. Ремонт площади Советов, территории вокруг здания муниципалитета и подъездных путей обойдется в 13 миллионов рублей. Татьяна Баловнева, Юлия Пак. Наше время.